Привет! Сегодня рассказываю вам о своих покупочках. Я смотрел видео ведущих блогеров страны и понял, что они это делают очень часто. Видимо, это очень нужно. Не очень нужно, а очень здорово рассказывать что-нибудь про свои покупочки. Я купил вот такой вот фен. Не для того, чтобы волосы укладывать, а для того, чтобы если там что-нибудь замерзнет на улице, оттаять по-быстренькому. 2 ватта, 2 киловатта за 300 рублей. Даже если он пару раз сработает, уже будет замечательно. Ну, естественно, все это было, какая-то акция в магазине проходила. И еще купил ценную вещь, называется льняное масло. Мне оно нужно для пропитки... Для пропитки доски для шинковки капусты. Тут вот у нее разные штуки написано. Нерафинированное масло льна и селенопиран какой-то, наверное, добавили. Но он нам не важен. Продолжительность приема 1 месяц. Допускается небольшой осадок, легкое помутнение и горький вкус. Обладает специфическим запахом. Вот. В городе Пензе делают. Видимо, там лен производят. Взрослым и детям старше 14 лет по 1 десертной ложке. То есть, употребление 10 мл масла удовлетворяет суточную потребность человека на 40%. А ПНЖК, полиненасыщенные жирные кислоты, видимо, семейство омега-3 на 100%. В общем, не пойму, зачем тогда люди лекарства пьют специальные для омеги-3. Запашок, надо сказать, специфический. То есть, ну, с мелкими покупками разобрались. Я надеюсь, что мне этого масла хватит для пропитки. А теперь переходим к гвоздю нашей сегодняшней программы. Вот видите, какую ручечку удобную сделал из скотча, когда, чтобы тащить эту штуку до машины. Так, вскрываем, да? Это нам не надо. А это нам... Сейчас вынем ее и посмотрим. Я, честно говоря, увидел на нее цену, а там тоже была какая-то акция. 1200 рублей. И это, собственно говоря, меня и подкупило. Так, здесь какие-то бумажки. Они нам могут пригодиться, если что, прочесть. Это нам не нужно. Это нам не нужно. Убираем. Значит, я уже прочел про нее в интернете, но без вас я ее не вскрывал. Для чистоты эксперимента. Не вскрывал. Мультиварка. Книга в подарок. Суп, рагу, каша, жаркое, десерты. Одним нажатием кнопки. Так, и что здесь у нас? Это кнопка или это? Приготовление. Она проста, как первый трактор. У нее всего 2 режима. Один включать, другой выключать, я так предполагаю. Так, что тут у нее? Это крышка. А вот это что? Это какой-то клапан. Тоже, видимо, нам не понадобится. Это ситечко для чего-то. Так. Здесь стаканчик и ложка. Это тоже нам не очень надо. Здесь провод. Проводов у меня таких дофига и больше. Собственно говоря, кастрюлька. На ней написано, что она 5 литров. Но тут я вижу литров максимально 1,8. Вот, видите, шкала здесь. Не знаю, видно вам там или нет, но я вижу 0,6, 1,0, 1,4, 1,8 литра. И максимально 1,8 получается.
Ну, сейчас проверим. У меня есть специальные банки, где известно. Так, а тут что у нас? А тут у нас. Это вынимается или нет? Или так и должно быть? Наверное. О! Эта штука чувствует, когда там что-то есть и когда там что-то нету. То есть, когда выкипит вода, кастрюля становится легкой, она, видимо, поднимается. Ну, узнаем потом, для чего это все. Так, что еще? А для чего мне эта кастрюля? Я хочу с ее помощью попробовать режим печки. То есть длительное поддержание температуры. Так, вот это я убей, не знаю для чего. Так, и сейчас мы быстренько ее замерим. Нужно взять 3-литровую банку, налить в нее воды. И сейчас померяем. Померяем и узнаем, сколько на самом деле эта кастрюля какой емкостью. И почему они написали на ней, что она 5 литров. Очень интересно. Так, секундочку, подождите, ничего. Быстрее не могу. Вот это 3-литровая банка. Я налил ее так, как наливаю в 3-литровые банки. Не до конца. Ну, как бы. Так, и вот оно, это ведро. Смотрим. Надо сказать, 3 литра вошло легко. А что тогда они имели в виду там? 1,8. Нет, не 1,8. Здесь как раз 3 литра. В общем, они что-то от балды написали здесь. Совершенно от балды. Не надо этому верить, что тому, что там написано. То есть, действительно, кастрюля 5-литровая. Обалдеть. Мне крупно повезло. Я собираюсь делать в ней, значит, следующие вещи. Первое. Это режимы длительного подогрева для кислых щей, когда их нужно долго-долго томить, несколько часов. Для варки каши для животных и для отопления молока. Я не буду при вас читать инструкцию, инструкции все разные, если вы будете покупать, то там выберите себе. У нее ничего нету, кроме одной клавиши. Видимо, больше ничего в ней не надо. Обалдеть вообще, обалдеть. Приготовление. А где ни таймера, ничего? Как они вообще думают, чтобы я ей пользовался-то? Но за 1200 рублей я, по крайней мере, попробую и решу, нужна она мне или не нужна, и что из этого получится. Ну все, про покупки все. Рекомендуйте наш канал, пусть они тоже наблюдают, как мы смотрим то, что я покупаю. И значит, рекомендуйте наш канал ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках. Пока, смотрите наши следующие видео.